К большому сожалению, мы с вами никогда больше не увидим новых грузовиков ЗИЛ, ведь их выпуск был прекращен. Да и того самого легендарного предприятия СССР, завода имени Лихачева, больше не существует. Теперь от него остались одни воспоминания. Правда, еще каким-то чудом удалось сохранить права на марку ЗИЛ. Возможно, в ближайшем будущем предприятие снова возродится, но в это уже никто не верит. Несмотря на все это, настоящих фанатов и поклонников грузовиков хоть отбавляй. Один из них — Александр из Украины, которому удалось восстановить ЗИЛ-130 и буквально снова его оживить. Признаться честно, давно не приходилось видеть автомобили в таком шикарном состоянии, как этот самосвал. Вид у него действительно потрясающий. Устаревший двигатель заменили на более тяговитый дизель модели ОМ-366 производства Mercedes. Такой силовой агрегат прослужит не один год, при должном обслуживании пройдет не одну сотню тысяч километров. А теперь давайте все вместе плавно перейдем к рассмотрению салона. Здесь на самом деле есть на что посмотреть. Хорошей музыкой и мультимедией сейчас никого не удивишь, хотя даже на свежих иномарках такого не встретишь. На приборной панели появились сразу несколько логотипов ЗИЛ, но самое удивительное для меня стало наличие такого шикарного мультируля, где посередине красуется легендарная и любимая многими марка ЗИЛ. Когда есть такая шикарная баранка, управлять таким автомобилем — одно удовольствие. Большое уважение тем, кто приводит в порядок советские грузовики, работает на них, а не пересаживается на иномарки. У Александра золотые руки, у нас с вами есть чему у него поучиться. Давайте поддержим такой ЗИЛ лайком, а также напишем владельцу пару приятных слов в комментариях. Надеюсь, он увидит это видео. Большое спасибо за проделанную работу. Ну а я для вас продолжаю искать интересную информацию про технику и грузовики. Большое спасибо тем, кто досмотрел это видео до конца. А на этом сегодня все. Лайк, подписка, колокольчик. До скорых встреч!